Так, все, запись пачки по комментариям поставил. Начнем мы с комментария Уму, которая посоветовала, как это правильно прочитать? XU и трек UG или это наоборот? Это какой-то кей-пуп, естественно, скорее всего. А может не кей-пуп, кстати, подожди. Почему я не прочитал? Закинул вам наиночку, напоминает смесь треков до 2015 года. Вполне... Рок, ничего из Таргаргинану, вполне неплохо вышло, порой приятно такое слушать. То есть это какой-то рачок, но корейский рачок. Страшно, очень страшно, я знаю, что это такое. Ого, ладно, тогда еще интересней. Поехали. Ну это, кстати, прям новинка, да, 7 июня 2024 года. Посмотрим какую-то корейскую новиночку. Так, самое главное, это я забыл посмотреть. XU, Ху... Как это правильно читается? Это именно исполнитель группы. Вот это вот. Все, едем. Фига, какой металл. Какой метальчик вначале начался. Ну ладно, поехали. Ля сидит. Нормально. Ох, ля, какие. Какие же начало нулевых теме? 2004? Да? Ну ладно. Это айдолы Йошики? Серьезно? Подожди, а это корейцы тогда вообще? Какая у нас шапка балдежная. Японский, слушай. Ну вот я тогда теперь не уверен, что это корейцы. Английский, да я тоже слышу. Слушай, звучат на самом деле неплохо. Для айдолов тоже. Ну такие, типа, такой метальчик для девочек, конечно, условно, но... Все, удивлюсь, если какой-нибудь брейкдайвинг сейчас начнется внезапно. Ну... Не брейкдайвинг, сейчас начнется дроп. Мы что, забыли, что мы слушаем-то? Начался дроп с рэпчиком. Он. Кстати, это более-менее там прям кринжил на первом сингле. Да. Блин, вы не знаете, я впервые вообще вижу, слышу. У меня иногда в городе включают сирену. Ну, у меня рядом воинская часть, и бывает. Сижу на работе, и сирена начинается. А у меня на работе еще как раз гаражи вот эти все стоят. И когда туман, и вот это все начинается, я такой, я реально в Сайлент-Хилле. Короче, нормально на самом деле. Но я не могу понять, кто это, корейцы или японцы. Или может вообще китайцы. Я, кстати, натыкался на это, но заигнорил. Японцы? Значит, странно было бы, если бы Йошики курировал корейцы. А что он с ними делает? Он их продюсирует или как? Как он там причастен вообще к этому всему? Там целый кастинг-проект собирали. Ага. Фабрика звезд по йоршински. Как правильно сказать-то? Да, продюсер. Ну слушай,
для продюсерской работы, если так подумать, то было очень даже неплохо. Что там, не будет дальше ничего? Мне просто всё интересно посмотреть, почитать внизу, что к чему. Так. А, ну да, продюсер Байошики. Я что-то и не заметил сначала. Ладно. Интересно, а насколько, что именно он делает в этом продюсерстве? Типа, в плане, пишет ли он там музыку, что-то как-то вот с музыкой связано, или он так, типа, просто чел, который есть в имени. Музон для дарам, про школьные разборки. Ну, кстати, есть такое, да. Типа High and Low, что я смотрел, эпичное музло. Да-да-да, кстати, вот в ту степь. Но она звучала, кстати, довольно хорошо, в плане вот именно сведено, сделано неплохо. То есть, ну, я не кринжанул вообще от слова совсем. И выглядел тоже очень круто. То есть их стилек, то, что я даже не понял сначала, что это японцы, это прям нормально. Кстати, еще они более-менее вещи делают. Старцы тоже поинтереснее стали. Ну ладно. Ну окей, ну короче, что хочу сказать. Для, опять же, тут, вот тут ёшки не ругаю. Обычно я его ругаю, потому что ёшки, я с ёшки кринжую жестко. Тут, ну молодец, сделал таких вроде прикольных ребят. Но опять же, судя по вот этому клипу, судя по вот этому треку, так вы говорите, что у них вроде что-то по кринжовее там. Ну ладно. Ну, короче, окей, едем дальше тогда. Едем дальше. Так, тот же комментатор. Final Confession, Empty World. Еще вам новинку брошу, вдруг понравится. Вполне приятный рок, хотя это скорее... Который капризничает, что? Ну ладно, давайте посмотрим. Что тут за опять рок? Тут, кстати, по-моему, вообще не азиаты. Тут какие-то челиксы прям. Обычные. Да, какие-то Треворы, Митчи, Адамы. Ну, давайте посмотрим, что за челы. Final Confession. Впервые слышу. И буду видеть сейчас, наверное, тоже. Так, все, посмотрели мы японцев. Давайте немножечко отходить. Отходить от япошек. Во. Ну да, он стоит какой-то. Я вот сейчас пытаюсь понять, а это девушка, что ли? Это тот тупой момент, когда ты смотришь в Икее, а потом в обычной группе не понимаешь, девушка это или парень, ты на там побежал ударник. Ну да, это девушка. Интересно, что будет делать чел с дредами. От него как-то толку не особо. О господи, нет. Я боялся, что начнется вот это. Металкорчик. И погнали. Что за Mechanical Romance начался? Ну слушайте, такое бы зашло году так
10-15, наверное. Но сейчас уже такой тоже переучиток времени, как будто. Тогда я не с ударником. Посрались. Блин, меня так веселит, когда в группе, ну, делают какие-то сюжеты между участниками группы. Это немножко кринжево выглядит просто. А вот сейчас это, знаете, вообще на что похоже? На группу The Devil Soul. И Soul, по-моему, как она называлась. Которые играли такой типа супер... Такой супер депрессивный пост-хардкор. Дарника же разрывалась. Там, наверное, какая-то супер драма у них случилась. Это конец трека, реально. Ого. Я думал, будет какой-то еще дробик. Ну, странный трек, если честно. Он типа начался прям вот в одном настроении и закончился совершенно другом. Типа, блин, он так грустно закончился, что мне грустно от того, что он закончился. Типа, блин, я думал, там будет еще какой-то момент. Ну, короче, нормально на самом деле. Нормально, в плане, ну, типа, звучат, ну, говорю, вот это вот металкор, вот эта история, и в целом звучание, конечно, такое несовременное, но не прям супер кринж. С чего я прям кринжанул, это, наверное, с клипа, наверное, больше, то, что вот, я не знаю, может, у них там какая-то супер история, реально. Или они там что-то хотели подать, наверное, какой-то супер смысл под смысл. Ну, он там пишет, love the overall нулевые металкор вайбс. Ну, кто вот любит металкор вайбы нулевых, вот, наверное, тем понравится. Ну-ка, подожди. Ща. Я это не буду показывать, я просто для себя быстренько промотаю. Их другой. У них, кстати... Ай-яй-яй, осуждаем такое. Смотрите, что у них. Променяли. Великолепного афроамериканца на белого мужчину. Ну как так? Ща, блин. Покажи. Блин, вот тут девушка больше на девушку похожа. Вот опять же, я надеюсь, меня за такую историю не забанишь на Твиче. Но, блин, в этом клипе... Я, честно, сначала вообще не понял, что это девушка. Я думал, это, ну, такой, типа, полненький парень, просто, типа, миловидный. А это реально оказалась девушка. Вот вслед, ну, в другом клипе, который я сейчас вот промотал, она реально... Там бы я бы не перепутал. Вот здесь странно получилось. И чё, и куда? Когда сказал, что надеюсь, меня не забанят на Твиче, у меня почему-то Твич слетел с телефона. Вот это опасно. Ладно, все, не буду больше ничего говорить про эту группу. У меня много вопросов к внешности этой группы, наверное, скорее. Вот, и их клипу. А в целом, типа, ну да, такой вайп металкор нулевых. Ну, знаете, я такой не люблю. Но на любителя, наверное, пойдет. Пойдет. Так что, ну, не отстой. Просто лично мне такое, наверное, не очень заходит. Ну ладно, пусть будут, окей. Едем дальше, давайте тогда. Ой, дальше что-то веселое у нас. Дальше как будто супер веселое что-то. Так. Так, Рэнди Марш пишет. Я слышу тут отчетливо пост-хардкор. Так что, может, фанаты боятся, что они имеют ХК полезут. Вот про что я хз уже думал. Саймон, а как так получилось, что у тебя нет реактов на Plankton Metal? Ну, я даже не знаю, что это. Гол реакцию на Boy What? Neon Tide. Или ты хейтер Губки Боба? Честно скажу, никогда не нравился мультик Губка Боб. Вот я прям, это, наверное, или какая-то чисто американская история, или вот что, но я прям не выкупал его. Ну, типа, нормальный мультик, но
Нет, не было вот этого восхищения. Хотя я знаю, что типа многие типа, считают Губку Боба прям лучшим мультиком вообще на свете. Но вот я как бы к Губке Бобу прям очень холодно отношусь. Хотя, типа, ну, мемы оттуда веселые. Но не хейтер. Не хейтер, я про вот это вообще не знал даже про то, что сейчас было написано. Так что давайте заценим. Что это за неон тайт, бой, вот. Поехали, поехали. Планктон, металл. Ну, я даже не знаю, что предположим, там может быть даже. Едем. Как я понимаю, вокалист здесь это как раз вот этот планктон из Губки Боба. Ну что, дожили, смотрим приколюхи какие-то уже на реакции. Почему это на таких серьезных щах? Самый тупой шут звучит нормально. Ха-ха, нормально прям. Жесть. Он. Блин, на самом деле неиронично прикольно звучит. Хотя вокал, конечно, режет лучше. Вот если бы тут просто обычный вокал был, я бы даже сказал, что это неплохой такой этот, неплохой модернчик. Понимать, брейк так брейк. Это не он. Ну, похоже. Я вот, честно говоря, тоже до конца не понимаю. Я понимаю, ну, инструментал, скорее всего, люди писали. А вот вокальчик тут, скорее всего, ну, не скорее всего, а есть нейронка. Голосами из этого Губки Боба. Но сделано очень хорошо, кстати. Окей. Ладно, это было необычно. Это было очень необычно и забавно. Давайте посмотрим, что это такое. Бойвод. Бойвод, точнее. Называется это все. У них, кстати, мало, у них всего 8 видосов. А в остальных видосах у них что? Ну, судя по всему, это прям типа группка какая-то. Это прям группка, только вот именно с приколами такими. Ну, неплохо, неплохо. Как минимум, необычно и интересно. Прикольно, спасибо за рекомендацию такую. Так вот нейронок сегодня навернули. Ну, а таких вкусненьких нейронок. Ну ладно, едем дальше. Чё, Викей у нас сегодня не было, да? А ща будет. Ща будет Викей, ребятки. Так что не бойтесь. Или был у нас сегодня Викей? Я уж забыл. Гулу-гулу у нас сегодня. На Викее. Айсом, кстати, посоветовал. Сегодня Айсома вроде на стриме нет, но...
Реакция его есть. А, у нас тоже жара, приходится на огороде работать. А, ну это же июль был тогда. Трун-ту-ту. Да. А, надеюсь, стрим не пропущу. Блин, пропустил, получается. Давно Гулу-Гулу не было сделать реакцию на Хенна Миригорандо. Так трек называется. Поехали посмотрим Гулу-Гулу. Та самая группа, которая мне не особо нравится. Но, как обычно, возможно, рано или поздно что-нибудь из таких групп открывается мне как что-то очень неплохое. Я же всем уже говорил, что мне новый альбом Разоров понравился. Я, по-моему, всем уже рассказал. Ну, типа, внезапно. Казалось бы, да, Разоры, суперпроходная группа. Но, блин, новый альбом прикольный. Прям прикольный. Я его слушаю прям довольно много в последнее время. Также поехали. Посмотрим. Так, сейчас помню. Я прям у меня в голове, да, я говорил, что они похожи на Додором. Я помню у них клип, который, где они там висели на этих, на красных веревках. Что-то такое. Ну и, кстати, по-моему, там было неплохо, но обычно. Посмотрим, что тут. Они прикольные, на дисбэнд. Ну, то, что дисбэнд, это я уже не удивляюсь. Ну, в принципе, поначалу уже слышно, да, что это? Это такой, типа, полудодором, полукис какой-то. Ну, альбом Разоров, кстати, напомнил Борн. Да. Это есть такое. Но это, типа, как будто бы даже и неплохо. Не, ну долго, кстати, мощненько прям. Ох уж этот викинг был курал. Фига там ударник выпендривается. Какая же читаемая у них все-таки мелодия. Вот это, кстати, прям хорошо. Вот это я не ожидал такого бригдорина. Да, прям хорош. Можно даже и вот это поделать немножко было. Трек Борн с хорошим звуком. Трешка опять зашло. А, только Борн с хорошим звуком. Да. Ну, короче, да. У Разора все хорошо. Казалось бы, но внезапно да. О нет, это же девочка в Кейном клипе. Ну, короче, нормальный, кстати, трек. Прикольно. Звучит, кстати, тоже неплохо достаточно. Хотя они вроде не звучали плохо, если честно. Это эти Занвалы мне не особо нравились, как звучали. Или не Занвалы. Кто-то на X. В другую вроде проблем не было с звучанием. Когда они распались, то они тоже вроде прям недавние.
Короче, нормально. Мне на самом деле даже... Ой, куда я полез? Нет. Тихо. Я зачем-то открыл их этот. Короче, нормально. Мне понравился больше, чем то, что тогда я у них смотрел. Это, кстати, я сейчас даже, наверное, скажу, что я у них тогда смотрел. А, это, кстати, их вообще первый клип, что ли? А я у них смотрел другое что-то. Или нет? Не помню. Ну ладно. Не важно в целом. В целом не важно. Так, и что у нас получается? Последний, да, остался на пачке? Запутался немножко. Короче, вот эти голу-голу мне понравились. Так что нормально. Я бы таким бы послушал. Брейкдайвинг прям вообще мое почтение. Очень хорошо было. Так что спасибо Айсому за такую рекомендацию. А заканчивать эту пачку мы будем на Boston Manor. Трек Hit Me Up. Кто это посоветовал? А, Pineapple Psylover, кстати, на стриме. Вот он сегодня был, и не знаю, есть ли ты еще на стриме, но лучше будем смотреть. Новинка от Boston Manor. Уже довольно давно их слушаю, вот делюсь. Блин, названия супер знакомые, как будто бы я их могу знать. Тем более они Sharpton Records. Я по-любому где-то их видел или, может быть, слышал. Давайте заценим. Давайте заценим. Ну-ка. О, как приятно началось. Ой, ля. Хороший звук вошел на пачке. Прям очень-очень вкусненько. Заканчиваем вот эту пачку прям балдежом. Блин, как мне нравится эффект. И как это еще все сведено. Клип чисто легенький, кстати. Нравится, кстати, что все вот эти вот ребята модерновые тоже, играя вот такую музыку, они одеваются просто жестко, как нормисы, в обычных тоже каких-то штанишках, каких-то рубашках, и это такой резонанс сделает, когда, казалось бы, обычные нормисы играют типа вот такую ненормисную музыку. Взять вайб конца нулевых. Ну да, но сейчас вообще популярно же. Очень популярна вот такая вот история. Мне она очень нравится, вот именно вот когда все опять же ребятки, кто всякий там кор играл и так далее, вот в такое пошли. С этими атмосферными кранчевыми гитарами. Но при этом все равно тяжелые, типа. То есть трек, ну, все равно тяжелый достаточно, если подумать. Но прям очень кайфово, вот эта вот атмосфера прям по кайфу. Очень нравится, как гитары тут звучат, они тоже пресинтезированы как-то, что ли.
Ну, очень необычный эффект на них. Я бы их послушал. Я бы их прям супер послушал. Надо тоже заприметить. Спасибо. Блин, нахрена я так сделал? Я сегодня что-то немножко туплю. Бостерман. Блин, ща. Я по-любому что-то у них слышал. Бостерманор. Что я могу у них слышать? Интересно. Тихо. Так, Sharp Tone. Это у нас, так, Make Them Suffer. Кто там еще? 156 Silence. А, Ocean Groove оттуда. Ocean Groove тоже делают сейчас прям супер балдеж. Kingdom of Giants. Бостер Манор, это вот я вот сейчас посмотрю. Агус Бёрн Ред оттуда. Ну это Альфа Вульф. Better Lovers. Кто же еще был там? Dying Vision, кстати, тут были год назад. Такой, короче, известный лейбл-то. Polaris. Of Mice and Men тут есть, ни хрена себе. Короче, окей. Окей. Так, спасибо, короче, за рекомендацию. Это еще прям очень побалдел. Не от японщины, но... О, Coral, вот скажи, ты знаешь вот этих Бостон Маноров? Или Мейнеров, как они правильно называются? Потому что это что-то прям супер хорошее. Это что-то прям супер вкусное. Не знаю, но сегодня послушаем тогда. Прям прикольно было. Прям было, да. Вот их сегодня надо будет тебе показать, потому что это прям по теме. Ладно, на этой пачке все тогда. И у нас осталась еще одна.